Да, мы. Значит, сейчас. Значит, майор, начинайте движение дальше вдоль дороги. По левой стороне от нее. Пошли вперед. Огневая, прикрываем. Майор, пошли на 302 слева от дороги. Огневая, еще чуть вперед прошли. Не стойте на месте, блин. Мы сейчас в куче рядом с Беттером. Зачем вы стоите? Один выстрел по Беттеру вас заденет. Разошлись по зданиям, пока еще определенных команд каких-то не было, где находиться. Рядом с Беттером, недалеко. Смотрим северо-восток. Пока еще нет. Блин, ну нет. Тима, кто 15, стартовать уже времени осталось. Вот, отлично, уже хорошо. Ничего не видно, нет никого. Чего тут еще? Огневая, начинай движение на 310 с левой стороны от дороги. Давай на медленном. На самом малом поехал. Угу, понял. Значит, скаут, не останавливайтесь пока. Огневая, смотрим на правую сторону внимательно. Так, стоп. Глушь. Едем. Блин, было бы у меня тут брони. Внимательно смотрим на правую сторону. Сейчас танк поедет. 2000 миллиметров. И ДЗ еще. Сейчас справа от дороги, да? Справа от дороги. И стоп. Левее. Просто сейчас этот бэт-танк должен проехать. Ага, понял. Так, ладно. Дальше по дороге двигаем. Шишига, если подойдет, своя. Скорость увеличена, надо догонять их. Огневая, двигаемся, не останавливаемся. Вся техника смотрит правый фланг. Правый фланг. Все, скорость сбрасываем на десятки, иди. Чет, на правую сторону не перебегай, не перебегай на правую, левая тебя скроет. Кто там на правую перебежал? У нас нет. Сказал, потому что слева там ни хрена нет. Ну так, блин. Ну ладно, хорошо, ладно. Смотри сам. Значит, маневр, ваша задача фронт, огневая, пулеметная группа, левый фланг, просматривайте дальние эти самые, зеленку, вдруг кто-то там ждет нас. А нам стреляют? Огневая, гранатометная... Не слышал. Не видел. Не знаю. Что за звук? Вот по броне попали. Там это, Тимак, ведь потом в черный триггер эта дорога упирается. А да, стреляют. Впереди. Ну, по крайней мере, впереди. Нет. Не... Так, смотри, азимут 340 вот так где-то. Оттуда трассера шли. Закрепи, сейчас танк подъедет. Сейчас танк подъедет, закрепитесь. Стоп. Глуши, спрячься, где? Спрячься за этими самыми, за деревьями. 350, вот так где-то, он танк туда поехал. Я только устал. Да мы киньте, у кого есть, ёпта. Давай кидай гранату туда, на шару. На шару кидай гранату. Сейчас. Поехали за танком. Скорость прибавь. Откуда же они? Там уже позиции. Противник справа, или, справа или слева дороги? Вправо, стоп, справа стоп. Стреляли. Противника техника какая азимут, есть? Азимут. Азимут какой? Азимут север 340 вот так вот. То есть справа от дороги вдоль нее, ёпта. Там дальше. Сейчас метку поставлю где-то.
Значит, вот где мы сейчас поставлю? Эхо. Медленно. Слева танка. Можешь прибавить. Где-то вот так вот. Гранатомет выстрел, давай туда. Наша руки стоп. Метров 200-300. Хорош, еще кидай. Медленно. Предупреждение, я тебя убью сам. Отставить во время боя, потом поговорим. Блять, стоп. Кто? Взрывы, откуда? Я понял. А откуда стрелять? Скаут на левую сторону дороги, побежал. Сейчас, я ранен. Проезжай. Паника у всех. Там осторожно свои. Лево, отъезжай, осторожно. Осторожнее, чтобы вас не передавили, тема. Все, перебежал, я ранен, привязан. Скаут на левой стороне дороги начал движение вдоль нее, с левой стороны. Пошел. Да я ранен, боже. Ну а маневр отправь, ё-моё. Маневр начинает все движение. У меня разрешил скаута найти перевязать. Давай. Я ранен. Разошлись, сейчас ГПшить будут, разошлись, друг друга. Стой, давай направо в лес. Лес. Ну. Встал. Кто отключку упал сейчас? Левее, не сильно направо. Направо подходи, спрячься. Просто это наискосок пойдем. Давай немножко выезжай. Наложи жгут себе на него. БДР, вы на короткой вообще? На короткой. На левую сторону дороги проедь, быстрее, стоп, на левую. На левую сторону дороги уезжаем. Тут пехота, закрой пехоту от ГПшек. Давай, налево. Рули, быстро. Пехота, закрой. Стой там. На левую, там. быстрее. Направо, правее. Пехота закрой. Сейчас первым пойдем. Да не подави ты их, ёбан. Стой. Аккуратно, медленно пошел вперед, медленно пошел вперед. Медленно. Пехота, двигаемся за Беттером. Вдоль дороги. Беттер, соблюдая одно и то же время, одно и то же... Скорость, соблюдая одно и то же, деление двигаемся. Десятки, скинь, до десятки едь. Скинь. Еще, вот так едь. Все, едем на 10, давайте, это минималка, за нами двигайтесь. Дымы, приготовьтесь. Пехота, двигаемся вперед, двигаемся. Если надо, могу дымы кинуть. Как учили. Не забудьте, у Беттера дымы есть. Куда кидать? Правую сторону, противник на правой стороне. Хороший дыма. Хорош, молодец. Куда они улетели хоть? БДР левее, БДР левее. Не надо близко левее, к селёдке левее. Подходить, мы левее. Не сможем прикрыть. Аккуратно. Всё, сейчас ровно двигайся. Ровно двигайся. Ты слышишь, да? Да. Впереди, блин, гранатомётчик подавил бы еще. Да, блин, пусть. Работаем, да, на подавление, работаем. Чуть-чуть правее, держи. Еще левее, Беттер, еще левее. Левее. Куда мы уезжаем-то? Не могу. Я ничего не вижу тут. Туда едем? Нормально, ровно идем. Отделение левее. Рядом с техникой двигайтесь, чтобы вы там в одиночку не погибли. Чтобы вместе. А БМП можно раздавать? У меня танк там слева, блин. БТР не стоит, двигаемся. Сайбер танк ехал. РПГ-хай. Дымучи. Свои. А, мы тут припадет. РПГ справа от дороги, 40. Стреляй. Справа от дороги, РПГ. А, выбили нас. Я без сознания. Налево, дальше,
Я ранен, ранен, ранен. Пехота, двигаемся дальше. Выбило бетер. БМП левее, он, левее, он БМП. Живой. Бетер живой, надо починить колеса. Короче, чиним, да? Я ранен просто, да. Пехота, отойдите от бэхи подальше, пока не оглушила всех. БДР, там меняйте колеса, хотя бы там 4 попробуйте поставить. Какой-то кривой. Так, сейчас. ПГшник. Все, за меня передняли вы. Давай. Где-то мы, да. А, бля.